Очень плохая история. Начальника нашего Владимира Сергеевича повязали. Я там не понял точно, по какой статье, но, возможно, он трупы пялил. Оступался каждый из нас. Об этом именно сейчас будет мой важный рассказ. Яковлев Володя всегда честным был ментом. Он все делал для народа, а уж для себя потом. Но толпа ему безжалостно свой вынесла вердикт. И теперь против него все тут спасились как один, не разобравшись толком, что он сделал не так. Ведь никто даже не видел, что он жарил трупак. А ему в тюрьму никак нельзя, он ведь красив. Его там в первый день же продырявят, боже упаси. Насилие это плохо, но ведь он не над живыми. А вообще, может, жмуры эти не против даже были. Судить его не нам, мы ведь подробностей не знаем. Его в конце концов же ведь жертвы не опознали. Не торопитесь пришивать ему на робу номер. Свободу Володе, Володя невиновен. Володя мертвых не дал миру. Наш дух не грязный, не красив. Володя мертвых не дал миру. Наш дух не грязный, не красив. Нет, он не некрофил. Он среди холода тепла искал, это не криминал. Никто не сопротивлялся, в чем тогда его вина? Мы должны простить Володе его маленький грешок. Хотя, если честно, все это не очень хорошо. Но, возможно, у него на это были причины. Недуг еще не прогрессировал, и все излечимо. Может, ему вообще сказали б, ты, Володя, ювелир. Если б те, кого он жарил, разговаривать могли. Ну, подумаешь, слегка ошибся, с кем не бывает. Он все осознал и повторить такое едва ли. Дайте человеку шанс, не рубите сгоряча. Мало ли что за мода там сбила в голову москвичам. Любовь нечаянно нагрянет, может, тут похожий случай. По-обычному приелось, захотелось чё покруче. Не торопитесь пришивать ему на робу номер. Свободу Володе, Володя невиновен. Володя мертвых не дал миру. Наш дух не...